И снова, ребят, всем привет! Я решил сделать, скажем так, подарочек для подписчиков и пройти, ребят, сегодня аж целых две части. У нас будет два видосика. Надеюсь, я четвертую часть, ребят, пройду. Я уже потренировался довольно-таки долго. Так вот, сейчас объясню. Значит, внизу, если пройти ловушка, там сожрут. Это значит, там сожрут. Если пойду влево, вниз, там тоже ловушка сожрут. Причем эта ловушка смертельная, там невозможно будет выбраться из нее. Так, дальше. Дальше еще одна ловушка. Так, ну, я патроны пока не тратил, поэтому мне их и брать-то и не нужно будет. Здесь вот так лучше сделать просто, по-моему. Угу. Ну, странное место, которое, в принципе, проходится довольно легко. Кстати, ребят, пушки можно взрывать, я уже проверял. Вот эти, которые стреляющие, их можно гранатами взрывать. Патронами они не берутся, именно гранатами только. Так, это место, чтобы не забыть. И, ребят, еще одна ловушка находится вот именно здесь. Причем, если ты случайно эту клеточку сожрешь, отойдешь, уровень уже пройти будет невозможно. Вот как-то так. Смотрим, по-моему, и в этой части локации я все собрал. Здесь было раз, два, три игрушки. А дальше, ребят, уже идет какая-то странная хрень. Сейчас. Ладно, мне пришлось потратить эти патрончики, потому что иначе я бы не смог пройти. И это что, гранаты или пульки? Это гранаты, ребята. Вот пульки, жалко, что я израсходовал. Я надеюсь, потом дадут патрончики. Ну, гранаты нам точно дадут, а вот насчет патронов я не уверен. Так, смотрим, где я вообще нахожусь. Угу. Да, здесь... ребят, что самое интересное, я опять лоханул. Я начал проходить эту игру. И почти прошел четвертый эпизод. И, скорее всего, опять я взорвал вот эту куклу случайно. Потому что концовочки не было. Кстати, вправо ловушка. Вправо ловушка, вот влево ловушки нету. Можно пойти вниз по лиане, а можно просто провалиться. Разницы никакой нету. Абсолютно можно. Вот. Давайте проверим. Ну да. Вот он провалился. И влево стрелочка, по идее, должна быть. Нет, влево ни хрена нету. Подождите, куда я вообще провалился-то? А, ну да. Влево должна быть просто дырка. Со спуском. Угу. Даже если, ребята, по несколько часов времени тратить на прохождение, но, видите, зато опыт какой-то есть теперь. Ну, на БКшке нереально вот просто взять и пройти игры, которые ты не знаешь, вот с первого, со второго раза, ну, это почти нереально. Здесь
А здесь, по-моему, да, здесь вот так я же проходил уже. Здесь тоже вроде как типа ловушка, вот этот камень стоит недаром. Автор, видимо, рассчитывал на то, что кто-то лоханет. Ну, мы тут уже поняли. Так, в этой части локации нам ничего уже не надо будет брать, и надо будет пойти только влево. Кстати, ребят, вверху ловушка. Если ты делаешь прыжок, ты попадаешь на вот эту хрень, на огненную. Уникальный уровень, конечно, уникальный, ребят. Так, смотрим дальше. Дальше, дальше. А, дальше здесь еще. Ну, в эту локацию, кстати, мне придется потом пойти. В этом уровне, ребят, так ограничено. Да, здесь не берется эта кукла. Она берется только вот таким образом, да. По-хитрому автор здесь немножко заскриптовал. То есть здесь лишние движения, это смертельно опасно получается. Так. Вверху три ловушки. А вот дальше, ребят, будет жесть. Смотрите. Как бы вот так вот не лохануть-то мне. Да. Здесь я сначала делал прыжок, а прыжок делать не надо. Здесь надо именно отойти. Ну, я понял, да, вот следующая локация не просто так дается с гранатами. Ну да. Так. Так. Отличненько. Прошли. Чего тут дальше-то? Дальше ничего сложного нету. О, и патроны, и гранаты, и патроны дали, отлично. Надеюсь, можно, конечно, было прыгнуть через пушку, но этого делать не стоит. Этого делать не стоит, потому что нам еще вот сюда надо будет пойти. И взять вот эту куклу. Все это предпоследнее в этой части локации. Ну да, я вроде как все собрал. И, ребят, смотрите, что сейчас будет дальше. Ну, этого можно не трогать, он не мешает. Веселая морда. Еще патрончики взяли. Просто я почему озвучиваю, потому что вы-то не видите, что тут на карте. А вот это, ребят, прикольное место. Тоже неоднозначно, как его проходить, но я уже сообразил. Ну, видите, ребят, пушки взрываются, то есть их можно реально колбасить гранатами. И вот эта вот локация, которую
я говорил, обратите внимание, вот она. То есть мы возвращаемся фактически туда же, где и были. То есть мы вниз сначала, потом наверх, потом снова вниз. Здесь, по-моему, клад. Да, клад. А, ребят, и смотрите, здесь очень интересный момент. Я специально сейчас вам покажу. О, видите как? Если бы я пошел сейчас за куклой, за этой верхней, этот бы демон просто свалился бы, и я тогда уже не смог бы его пройти. Ну, вы поняли, о чем я. Я потому что в эту ловушку уже попадал. Я теперь не знаю. Такс. А дальше. Что тут у нас дальше будет там? Дальше мы попадаем в один лабиринтик. И тут мне придется израсходовать пульку по-любому. Здесь по-любому она тратится. Ну, тут надо быть совсем тупым, чтобы лохануть. Лев левел 4. Такая на два экрана надпись растянута. И надпись ОК. Вот, ребят, вот это сейчас будет. Ну, была. Если вы не увидели, вот. Вот это ОК. Вы можете уменьшить экран, и будет такая вот хрень на экране. Наверное, автор игры, любитель или реки ОК, или автомобиля ОК. Я не знаю даже. Да, здесь опять-таки обходные пути странные. Интересно, он может? А, здесь он прыгать не может. Сейчас специально вот подождем, чтобы он, ага, отвалил, все, отвалил. Ну и дальше уже тупичок. Кстати, можно его не валить. Ну, посмотрим. Да, лучше его не трогать, пускай он там едет себе. Смотрим, ребят, дальше. А здесь, по-моему, да, прыжок надо сделать. Такой по воздуху хитрый. Здесь. Здесь, по-моему, вот так. Ну да. И куда мы попадаем, в принципе-то? А, все, я понял. Да, почему этот патрон не использовал? Потому что... Вот почему. Так, и что мне дали? Гранату, что ли? Да, там был ящик с гранатами, а теперь будет ящик с патронами. И это последняя кукла в этой части локации. Последняя игрушка. Ну, теперь можно будет и пострелять. Пульки как бы есть. Ой, ладно, это нерв. Это, ребят, нервное. Ладно, считаю, что потратил. Так. Смотрим, смотрим. Да, здесь уже брать нечего. Все, все взято. Или взято. И это последний этаж нижней локации. Здесь однозначно ловушка. Здесь без вариантов. Туда вообще не надо суваться даже.
Здесь будет кукла одна. Прям какой-то Монти. Вот, ребята, вот видите, почему я не использовал вот эти свои патрончики. Здесь такая задумка хитрожопая. А дальше будет прям шискач. Вот оно. На следующем экране. Какие, ребята, тормоза веселенькие. Да уж. Ну, я надеюсь, это последняя кукла. Вот, серьезно, я ж взорвал предыдущую. Ну, есть. Опаньки, ребят, и... Знаете, ребят, что игра пишет? Загружайте уровень 5. Ребят, уровень 5. Ребят, смотрите, что происходит на экране. Короче, у этой игры, видимо, есть еще пятый уровень. Кто знает, где его взять, ребят, напишите обязательно. Вот что игра просит, смотрите. Ну, левел опять нету. Интересно, интересно. Да, ребят, оказывается, у этой игры есть пятый уровень. Может, просто автор этот пятый уровень или не выложил, или он игру не дописал. Но тем не менее, ребят, мы прошли полностью все, что есть. Так что я даже не знаю, что делать, ребят. Если пятый уровень у кого-то имеется, или где его скачать, ребят, киньте ссылочку в описании, потому что неизвестно, вот. По этой игре вот у меня всего два человека, с которыми я общался на канале. И видите, здесь оказывается пятый уровень как бы должен быть. А может и не должен быть. Может просто автор оставил такое на будущее задел. Кто его знает? Да, ребят, были такие игры, где, например, те же самые игры от Бортника, где Бортник в конце того же перевала выкатывал целый список игр, которые уже почти готовы, которые должны выйти, ребят, и ни одной из этих игр не выходило. Насколько я знаю, какая-то игра от Бортника выходила в качестве бета-версии и была, судя по слухам, только среди его знакомых, ну или каких-то там бета-тестеров. Все. Ну, тем не менее, ребят, с вас лайк обязательно за прохождение. И всем удачи. Пишите, ребят, комментарии.